Семья из Дагестана погибла в ходе ДТП в Тамбовской области. Авария произошла ночью 6 августа на трассе, проходящей через Сампурский район. В ходе лобового столкновения двух автомобилей погибли трое человек. Одна из машин направлялась в сторону Москвы. Ей управляла 49-летняя женщина из Дагестана. Она и два ее пассажира, сын 28 лет и внучка 4 лет, погибли. Пассажир и водитель другого авто с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.